Потеряли меня? Не теряйте. Не теряйте, потому что мы выходим в больницу. Тут ничего не снимала. Было не до того. В общем, мы собрались. Кристина у меня. Как настоящая группа поддержки. Все вместе туда чапаем. Так, документ. О, я пока духи повыставляю. Где? Ты доел на ней? Не кошачий корм, а этот. Еду настоящую. А мне вообще никакие документы, ничего оттуда туда брать не надо же, правильно? У меня ничего паспорт нет. На всякий случай есть? Паспорт, да. Ну, а все. Я имею в виду, с прошлого раза у нас вообще мне ничего не давали. Ты в системе уже должен быть. Все, обуваюсь. У меня на подзарядке. Если разрешат Кристине снимать, то снимем чего-нибудь. Если не разрешат, я буду снимать втихаря, посмотрим. Все. У меня, кстати, обнаружилась температура. Итак, между прочим. Все, я могу? Все, мы ушли. Давайте, говорит, счастливый, Андрей. Не все мы. Я вышла, Кристиночка собирается. Не торопись. Нам же всего лишь 5 минут ехать. Я не тороплюсь. А почему в подъезде? Ужас какой, пошли быстрее. Нет, ну это вообще беспредел, ребят. Это не я, Насифонева. Честно-честно. Я не могла бы на 3 этажа так бы наделать. Беги, Кристина. Беги, дорогая, беги. Держи через раз. Нет. Да, Артем, не бойтесь, не бойтесь, сейчас выйдем. Бояться, не бойтесь. Свежий воздух. Ну все, идем к машине. Сугробище-то. А, у нее душа нараспашку. Посмотрите, как я умоталась, укаталась. Господи, мать. Не утопай, не упади. А то сейчас да вы чепруживаешься. Не дай бог. Не этого, это мое любимое слово. Не этого, не того. Когда я тебе написала это слово в эфире, ты его не узнала. Грибок, посмотрите, какой. Ой, Господи Иисусе. Под ноги, смотри, сейчас еще в травмпункт поедем. Не надо. Не надо, я тебя поймаю. Вдвоем поедем. А, тогда ты под этой тушей. Андрюш проверил колесо. Вчера мне показалось, что спущенное. Андрей сказал, ничего, оно не спущенное. Просто ты стала на кочку. Не так, как надо было бы. Потому показалось, что спущено. Ну, в общем, понимаете, вот Андрей такой парень. Я даже уже об этом забыла. Он говорит, слушай, у тебя же колесо. Я говорю, да. Ну и пока мы там занимались своими делами с Кристиной, он пошел, проверил мне все колеса, как они у меня тут накачаны. Вы представляете, какой молодец? В общем, все, друзья мои, мы поперли. Не плачьте, все покажу.